а вот слушай, а для вот этого шала неизвестно, номер машины записала. Имеет право оспаривать мою работу, журналистскую работу, посольство США, видеокамеры, угрозами мне в психиатрии и оскорбление чистой космической гражданина должны репутации. Под охраной пальцев. В настоящий момент нет, что тебя на тяжелое мнение, он ответит, что не будет отсюда. Надо, вы же хотите меня устроить, это извинение. А почему вас комиссия берет когда-нибудь и проверяет? Мне вот было судебное обращение против Бескова. Вы знаете, нет, это вы мне фабрикуете, у вас проблемы, как это сами с тобой? Я разговариваю на свою камеру. Нет, мне помощь сотрудников. Помощь сотрудников сейчас понадобится данному лицу. Вы знаете, вы мне как в жидовском анекдоте не отвечаете.